4 января 1950 года в нашем городе было создано отделение противовоздушной обороны. Сегодня оно носит название «Гражданская оборона». Его главная цель – защитить жителей и сотрудников предприятия от всевозможных угроз природного и техногенного характера, терроризма, новых вирусных заболеваний. Чем занимается гражданская оборона? Это подготовка персонала к действиям всевозможных чрезвычайных ситуаций. Готовится персонал на добровольной основе и вовлекается в эту подготовку практически весь персонал предприятия. К нештатным ситуациям любого рода во ВНИЭФ и городе всегда готовы не только профессионалы. Если понадобится, им на помощь придут добровольные формирования, состоящие из работников ядерного центра. Пожарные расчеты, санитарные посты, посты радиационного и химического наблюдения. Сегодня внештатные формирования насчитывают более 1300 человек. И каждый из них ответственно подходит к своему делу. Все эти сотрудники, которые мы привлекаем для наших мероприятий, для участия в внештатных формированиях, это сотрудники, которые не могут пройти спокойно около безобразия, около чужого несчастья, и все они готовы прийти на помощь. Безразличных людей в гражданской обороне не бывает. Вот уже 70 лет сотрудники гражданской обороны охраняют покой жителей города. В этом году все учения и соревнования пройдут под эгидой юбилея. Финальной точкой празднования станут показательные выступления, которые пройдут 19 июня на стадионе «Авангард». Приглашают всех желающих. Мария Рунич, Евгений Шевцов, Сергей Рябов, служба новостей, Саров-24.